Хочешь в небо, слушай ретро. Финал акции с таким названием прошел в Cinema Park. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, слушателям Retro FM нужно было всего лишь приклеить стикер на свой автомобиль. Кто выиграл главный приз – полет в аэротрубе, узнала наша съемочная группа. Участники очередного розыгрыша от радиостанции Retro FM собрались в Cinema Park. Мы с удовольствием приняли предложение стать генеральным партнером данной акции, в которой приняли участие многие жители нашего города. На площадке проведения акции саратовцы узнавали о весенних скидках в синемапарке, и мы были рады увидеть новых зрителей в наших кинозалах. Стать участником акции мог любой слушатель радиостанции. Для этого нужно было приехать на один из промо-постов Retro FM, приклеить стикер на свой автомобиль и прийти сегодня на розыгрыш. Разнообразие призов было удивительным. И полет на параплане, и поход в спа, и сладкие лакомства, пригласительные билеты в кино от генерального партнера кинотеатра Cinema Park. Кульминация акции – розыгрыш главного приза полета в аэротрубе. Счастливый билет на этот раз выпал Ноне и ее сыну. Говорит, неоднократно участвовали в розыгрыше от Retro FM, но подарок получили впервые. Больше всех действительно рассчитывал ребенок, он клеил, он желал выиграть как раз полет в аэротрубе, о других призах он, если честно, даже не подозревал. Сегодня очень сильно переживал, пока был розыгрыш, и все-таки выиграл. Хотели бы поблагодарить организаторов этой акции. Большое спасибо Retro FM, большое спасибо Cinema Park. Победитель получает сертификат. Ну а тем, кто в этот раз остался без подарка, кинотеатр Cinema Park приготовил еще один приятный сюрприз. И в конце весны мы хотим поздравить всех школьников и студентов с окончанием учебного года и пригласить их к нам 22 мая на просмотр кинофильмов по единой цене – 100 рублей. До встречи в нашем кинотеатре. Александр Старков, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.